Волейболистки «Уралочки» НТМК разгромили саратовский «Протон» на домашней площадке «Металлург-форума». Игра шестого тура Суперлиги прошла в субботу, 22 декабря. В стартовой партии между командами завязалась борьба. В первые минуты соперницы играли на равных, но к концу сета свердловчанки вырвались вперед на 4 очка. Счет 25-21. Во втором сете подопечные Николая Карполя не оставили соперницам шансов – 25-10. Но в третьей партии саратовские волейболистки пытались навязать хозяйкам борьбу. Однако «Уралочка» была сильнее – 25-21. Итог встречи – 3-0. Главный тренер «Протона» Юрий Маричев назвал главной причиной проигрыша – неопытность спортсменок. В связи с изменениями в составе у нас нету на данный момент Алишева и Маркова, сегодня не играю. Я пробовал, экспериментировал с составом, к сожалению, вот второй партии этот эксперимент он не удался, поэтому, наверное, был и такой счет. Наставник «Уралочки» Михаил Карполь в целом действиями подопечных был удовлетворен. После первой плохой партии, в которой мы вошли достаточно неуверенно, много своих ошибок допустили, мы сумели после первой партии перестроиться, наладить игру и показать какую-то уверенность в нашей подаче, в нашей игре, и начали гораздо лучше играть. Следующий матч в рамках российской суперлиги «Уралочка» проведет 26 декабря в гостях у команды «Заречье» Одинцова.